хорошо. Вот мы сидим сейчас не у вас в студии, а у меня в моей квартирке. Вот в этой самой квартире периодически появляются бумажки под названием то жировки, то там, значит, по-другому их называют, где написано, сколько я должен за эту квартиру платить. Вот на протяжении последних 2 лет с 4000 эта цена за эту же квартиру, за эти же, так сказать, услуги, которые мне предоставляет в данном случае государство, я плачу 6000. То есть 1000 в год. Это серьезно. Я полагаю, что чего бы мы с вами ни взяли, какую бы сферу деятельности, так сказать, нашу с вами и сферу наших отношений с государством, полагаю, что ситуация примерно та же. То, что экономисты называют инфляцией. То есть, когда мы платим больше за те же услуги, а получаем при этом столько же, сколько мы получали и до этого. Вот полагаю, что инфляционный вот такой топор, который навис над нашей замечательной экономикой, он ее разрушает изнутри, не только в силу того, что нам не хватает денег для того, чтобы прожить просто с теми же, как бы, так сказать, комфортными условиями, которые мы жили до сих пор. А она, эта самая инфляция, она подстегивает настроение. Настроение недовольства, настроение не то чтобы, так сказать, к топору, или там вот Путина долой, или там власть долой, Медведева долой, правительство в отставку. Абсолютно у большинства населения как бы вот связь между вот этими бумажками с цифрами и то, что они видят каждый день по телевизору, ну, как бы, так сказать, эту связь они не проводят. Становится просто тошно жить, тошно, неприятно, скучно, и даже те как бы счастливые и радостные моменты, которые у нас существуют, там Новый год, день рождения, не знаю, там свадьбы и так далее, уже воспринимаются как, ну что ж такое-то, вот совсем еще недавно вроде все было хорошо, еще недавно, так сказать, кроме салата оливье, у меня и рыбка была, и грибочки, и какую-то, может быть, птичку я делал и так далее. Так рассуждает, например, большинство бабушек, которые ждут внуков на этот самый Новый год, чтобы под елочку положить какой-то подарочек, а теперь и на подарки-то эти, даже минимальные, денег нет. Если еще вспомнить о том, что произошло совсем недавно, это дикое, совершенно наглое, отвратительное по своему цинизму постановление правительства, подписанное лично товарищем Медведевым, сокращающее количество самых необходимых лекарств, которые этим людям и нужно, предполагая при этом, так сказать, активно, что, ну, конечно же, сейчас в аптеках появятся отечественные, так сказать, товары, которые, конечно же, не появятся, даже если появятся, то их качество мы знаем, и примерно можем предполагать, что лечиться тоже будет нам уже не просто, так сказать, дорого, но уже и нечем, то вот все это, я ведь как бы не об экономике говорю сейчас, да, а на самом-то деле экономический механизм страны дает не просто сбои, он остановился и начинает медленно, но верно разрушать политику, разрушать, не знаю, там, нравственность, разрушать вообще желание жить. Вот что такое сегодня для меня экономика и все, что делает наша власть.